Шли гуляли вечером по Кракову. Смотрите, какой выбор алкоголя. На 5 злотых шот, любой шот. Просто я даже вам не буду перечислять и говорить. Вот с огоньком какой-то прикольный есть. 6 шотов, 25 злотых. Ага, а вот тут, кстати, вот видно, Наташа, смотри, вон вверху. Да. Вот тоже есть составляющая. Ну да, это все шоу. Это просто какой-то крутизм. Сейчас, подожди, давай уже я подскажу, что там есть. Ага, вот, кстати, девушки прикольно заказали шоты. Вообще сейчас пройду, покажу. Классно, да, вообще? Это мы по такой улочке сейчас случайно забрели. Смотрите, на самом деле, какая она прикольная. Улочка называется, наверное, не знаю, улочка кафешек и алкогольных напитков. Наташа довольна, что мы сюда завернули. Видите, как? Можно просто завернуть на любой улочке Кракова. Это круто. Нет, давай расскажешь, покажи карту, которую нам в отеле дали. Сейчас, ну не это, мы шли по улице, которая сейчас не бачу. Столярская или Столянская? Столярская, сейчас. Столянская и возле Сиены. Тут, вот она. Плохо видно. Не, подожди. Да, Столярская. И завернули вот-вот-вот, Столярская. Вот мы идем по ней, мы вот сейчас вот идем по ней. Вот тын-дын-дын, и хопа завернули и зашли вот в этот вот фасаж, скажем так. Я даже не знаю, как это сказать. И вот тут такое вообще красота, классное бывает заведение. Я предлагаю дойти до конца и вернуться на. Давайте сейчас мы дойдем до конца с вами, потому что улочка какая-то реально знаменательная. Прикольно. Смотрите, ну красота же. Да, хочешь шотика? Ну, потом, может быть. О, девочки уже уговорили. Ух. Наташа, ну давай сейчас решайся. Давай, выбери какой-то, потому что нужно все попробовать. Пироги мы недавно уже попробовали. Я не хочу вообще, я не пью. Кстати, народ, должен вам сказать, что с 24 февраля началась война, я не пью алкоголь вообще. Я выпью только, когда уже мы победим, и Украина будет свободная полностью. Но я вам должна сказать, ничего не изменилось. Давление такое же, тренируюсь, так же голова иногда болит, так же вес такой же. Так что, народ, кому нужно, пейте спокойно, все нормально. Не влияет, да? Поэтому за нас пьет только Наташа. Наташа, давай, заходи, вон люди так есть. Я не знаю просто, что. О, смотри, есть какая-то пинаколада, какой-то Юпитер, какой-то Лизак. Боже, что за название? Лизак не бери точно, я не знаю, мне что шесть это. Шесть много, понимаешь? Да нет, ты что, шесть? А сколько 11? 1,5 злотых. Один, ну вот же, 5 злотых. Ну, девочки нормально себя чувствуют. Ну что, народ, просто я даже не знаю вам, как бы читать название. Ну, блин, Калифорния, фруго, какой-то шоколадка, пролинка. Еще раз увеличу вам. Это просто какой-то, я не знаю, кто вообще бы здесь не потерялся. Я уже потерялась. Ты уже потерялась, да? Потому что я думала, что нужно найти что-то. Если это воля, смотри, сколько людей-то идет. Гуляет по этой улице. Не, я не хочу. Я сейчас не хочешь? Я не готова. Я настолько наедая, что я вот смотрю просто. Ну да, вы видели видео про вареники, было очень вкусно. И мы, честно, не все сняли, мы поели еще немножечко. Наташа нашла эти вкусные мясные такие с журавлинкой, но мы уже не это снимали не уже. Это из сыра, это овечий сыр. Точно. Вместе. Простите. С коровьим сыром. Жареный на гриле. Очень вкусно. Вот, смотрите, какая вид. Знаете, мне напоминает Испанию сейчас. Барселону почему? Потому что я все время условно сравниваю с чем-то. И Наташу это почему-то немножко подбешивает. Сейчас. Было ли дело? Вот это да. Вау. Живец. Это ж польское пиво такое есть, живец. Класс. Красиво, да? Угу. Ну, давай сейчас гляну быстро. Маленькая, но прикольная. Да, живец, это польское пиво, это вот живец. Красиво. Ёлки, я думала, он двигается. Так, Сатурну больше не наливать, сидит чувак реально, как бы из давнины, древнины с телефоном. Я что-то дернулась. Скажи, я тоже дернулась. Че, какая-то улочка страхов, честно. Вот какой-то вот прикольный, наверное, люди живут. Не, ну точно люди живут, да? В таком, наверное, парадном жить я бы стремалась бы, не знаю сколько. Зонтик. Это не этого чувака зонтик. Ну, слушай, да. Чувак когда начал шевелиться, аж дернулась. Вообще, какая прикольная улица. О, так мы вышли на
шкаф. О, это шкаф, знаешь, куда ведет? Он идет в Нарнию, я точно знаю. Нет, там девочки сидят и продают мороженое, чешу. Ох ты, елки, я думала, это Нарния. Нет, а мы вышли на эту площадь. На голову? Да, практически, вот там голова. Я предлагаю пройти так по той улочке. Так, мы вернемся обратно, давай покажем всю красоту, народ. Ну вот мы вышли снова на площадь, на центр. Смотрите, как красиво. Даже не предполагала, что в августе будет тепло, как мы мерзли в июле. Вы помните, мы ходили в куртках. Да, идемте назад. Просто такая шикарная, не знаю, что это, улочка. Вентурилюс. Что-то про эту улочку, я не знаю. Это просто какой-то кайф. Нет, этот чувачок, он когда пошевелился, я просто немножечко того. Ну, смотрите, древний рыцарь с телефоном. Все возможно. Все возможно в Кракове, все случается. А мы за Наташей продолжаем вместе прогулку. Такая. Назовем ее алкогольная улочка. Но эти просто напиточки меня просто вот так. Как бы хорошо было, если бы Наташа бы попробовала. Ну ладно, народ, ничего страшного, как бы. Ну, я понимаю, мы только вышли погулять этот раз, и уже Наташу в отель придется нести. Поэтому как-то. Ну, не бросать же тебя здесь. Столько людей сидит, столько людей. Кино «Пассаж», ух ты, интересно. Сейчас скажу любимую фразу. Так приятно, что никто не тормозит, когда я снимаю. И обязательно после этой фразы кто-то начинает орать: «Не снимайте!» Вау, вообще, это просто... Вот, кстати, Саид Эклас 7 Стрит. Наверное, адрес, что ли? Красота. Пассаж. Вот она. Пассаж Бьелака. Трамвар. Называется это все Пассаж Бьелака, народ. И это просто очень круто. А просто, даже если пить не хотите, просто пройдитесь. А культурно выпить любит все. Еще закрываются. Народ, офигенная улочка. Просто треба заходить в улочки и дивитися, що там. Да, просто заворачивайте, и будет вам счастье, и будет вам просто... Какая-то прикольная ситуация. Я до сих пор так помню, как этот чувак с телефоном стал двигаться, я просто... И не сообразила, что сидит древность, я думала, это бронзовая древность сидит с телефоном. Это нормально было. Смотри, когда он начал двигаться, то я дернулась. Ну вот вышли львы красивые какие. Постучать можно? Наташа, ну, держи, я постучу. Да, не надо, не надо, не надо, не надо. Поздно, реально, я стучу. Да? Молодец, все. Сейчас тебе по... А я побежала. А я от тебя побежал. Все, дорога, так показали вам только фонарики. Что ты там рассказываешь? Фонарики и закат, говорю. А мы куда-то пришли, кстати. Мы вот наверное, сюда шли. Что это такие? Дай. Я тебе сейчас на карте скажу. Это либо достопримечательность 16 или 17. Вот, народ, куда-то мы пришли, но об этом вы узнаете уже в другом видео.